Ренат, добрый вечер. Рада вас видеть. Я посмотрела этот концерт, было просто зажигательно, классно. Это Вячеслав Макаров, можно не объяснять. Это Вячеслав Макаров, тут по-другому не бывает просто. Но вы же участвовали в этом концерте, вы тоже пели. За что огромное спасибо Славе. Да, ну расскажите, вот как вообще начинался ваш творческий союз? Со Славой? Да. Мы со Славой познакомились в 2011 году. Он играл, появился в нашей команде «Камызяки». Стали вместе с ним чемпионами высшей лиги, работали вместе потом, собрали «Камызяки Бэнд», давали концерты, писали песни, в общем, проводили классное время. И сегодня он меня пригласил на свой концерт спеть, вспомнить былое, так сказать, ну, за что ему огромное спасибо, было классно. Концерта вы не встречались, где-то не пели, там, не знаю, какие-то мероприятия, может быть, были? Ну, ввиду плотных графиков и у него, и у меня, мы давно не виделись, но сегодня вот такой повод радостный, поэтому все с удовольствием. Mm-hmm. То есть можно считать, что у вас скоро начнется совместная творческая карьера, вы будете на все концерты Славы ездить или нет? А я он надеюсь, на ваши там... Я надеюсь, да, что я буду на всех концертах Славы, не обязательно петь, в зале смотреть, но потому что это, ну, это чистый кайф. Mm-hmm. Как Слава работает, как Слава, его песни, это, конечно, счастье. Ну, а вы сейчас чем занимаетесь? Расскажите, какие у вас успехи и творческие планы, что делаете? Вы говорите, вот плотный график у вас. Да, я сейчас снимаюсь в кино, участвую в юмористическом шоу-концерте с камызяками и пишу песни также, у меня своя группа, даем концерты, вернее, собираемся давать концерты, собираемся выпускать альбом. Концерты в Москве будете давать или по всем городам в России, или как вы, что планируете? Как пойдет, надеемся, в поддержку альбома сделаем большой тур. Uh-huh. А песни в каком стиле? Это лирика, что-то быстрое? И лирика, и что-то быстрое, но в основном это роцк. Вау, классно. Да, да. То есть тексты вы сами пишете, да? А музыку уже кто-то? Музыку, да, пишем я, Данил Альсиитов, Сергей Гомозов и Камиль Газизов. Это мои музыканты, мои друзья, мои братья. Если вы меня увидите, вам огромный привет. Давайте на репетиции уже соберемся скорее. А то тоже все заняты, поэтому... Возможно, что вы тоже скоро уйдете полностью в музыкальное творчество и будете заниматься только музыкой. Я бы не стал выбирать, на самом деле, потому что и без того я не могу, мне это очень нравится, я этим живу, поэтому я надеюсь, у меня получится и в дальнейшем совмещать. Угу. Ну давайте еще тогда о Славе. Как прошел сегодняшний концерт? Вы, наверное, знаете, что он планировал и вообще получилось ли сделать все, что он планировал, а может быть что-то не успел? Ну, сейчас мы заходили в гримерку, Слава разговаривал с музыкантами, я слышал, естественно, Слава, как всегда, у него включился улучшайзер, было просто потрясающе, да. А он, естественно, можно было сделать так, можно было сделать, но... Да все классно, Слава, все классно, ты огромный молодец, с чем я тебя и поздравляю. Ты гордость, ты наша гордость, мы тобой гордимся, мы за тебя очень рады.